Дорогие друзья, вот и настало время подвести итоги уходящего года. Для санатория «Радуга» он был наполнен хорошими событиями, приятными встречами и яркими воспоминаниями. Иногда трудностями и непростыми задачами, с которыми наша команда успешно справилась. За 2018 год дружным коллективом санатория «Радуга» проделана значительная работа. Закуплено оборудование для таких популярных процедур, как карбокситерапия, стон-массаж, косметическое обертывание и кедровая бочка. Установлен комплекс уличных тренажеров, обновлен спортивный инвентарь. В номерах появились ЖК-телевизоры, общедоступным стал беспроводной интернет. Кроме того, разработана и утверждена гибкая система межсезонных скидок и скидок по дисконтной программе для постоянных гостей санатория «Радуга». В 2019 году мы планируем осуществить еще больше проектов и замыслов. А сегодня искренне поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Пусть 2019 принесет вам благополучие и успех, поможет сбыться самым заветным мечтам и осуществиться самым смелым планом, подарит радость и вдохновение на каждый день. А прекрасно отдохнуть и оздоровиться вам всегда поможет санаторий «Радуга». С Новым годом вас! You make it feel like Christmas. Sweet gingerbread.